Всем привет! Сегодня я наконец-то решил записать обзорчик на свой аккаунт, который я уже докачал. Почти осталось только просветы. Мы уже прокачали на максимум всех героев. 12-12, там 10-10, вторые эволюции, восьмые талантики. Сейчас я вам покажу своих героев. Что на это ушло? На это ушло 2 года. Куча самоцветов, куча кулаков, куча времени. В принципе, добился максимума, который сейчас есть в игре. Теперь даже у нас руны судьбы, вот эти камешки судьбы, уже тоже я их не могу забрать, потому что у меня уже максимальное количество. Но это такое. Сегодня мы посмотрим мой топовый алтарь, каким он должен быть, какие герои, какие таланты. Так, вкратце рассмотрим, расскажу, что было, что поменял, как качал. Ну, первая у нас такая вот шапочка. 12-12, 8-8, бог войны. Первая моя шапка была с берсом 8-8, я ее слил. Потом пожалел, потому что на лаву на то время она была топовая. Ну, сейчас топая вот именно такая сборочка. Дальше идет друид для подземок, для архидемона. И второй друид с замедлением 8-8, 12-12. Чисто под архидемона. БВшная смерть. На нее обзор вы тоже уже видели. Очень хороший герой для подземок. Если у вас нету Анубиса, сжирает героев. Лучше даже героя не надо, плюс Валька реально будет тащить. Такой вот Атлантик. Битвы Гилли вы уже с ним видели. Бегает как бешеный, рунами стоит на нем всегда ремочка, и в принципе этого хватает. Новый герой фараон, вы видели с ремочкой, с богом войны будет отдельный обзор. Ну, честно говоря, герой как обычно не очень, его запихнули на 12-12, чисто ради интереса я его прокачал, чтобы вам показать, что из него будет. Такой вот рыцарь тьмы 12-12 с ожогом, честно говоря, им не пользуюсь, тоже прокачал ради интереса. Фея с бастом 12-12, неплохой герой, конечно, фея уже не котируется на битве гильдии, но на начальных левелах можно ее использовать, в принципе, тоже неплохо помогает. А вот такая химка на архидемона была. С БВшкой прокачанной, поменял на ТУ. Честно говоря, сильно разницы не заметил, но пока вроде хватает. Так, такая вот разруха у нас есть. Его еще не тестировал, не смотрел, тоже сделаем на него отдельный обзор. Варлок 12-12, 8-8 баст и 12-12, 8-8 бог войны. С бастом тоже понравился, более живучий, урона тоже немерено. Вот БВшка, это чисто уже кто любит максимальную атаку. А вот такой вот триантик 8-8 ожева был ремочный, ремку убрал. Я на своем аккаунте убрал полностью все ремки, у меня нету пятых ремок, хотя у меня их было очень много. Свыше 100 я уже их слил, а может и больше. Кто смотрит активно роллинги талантов, тот знает, о чем я. Поставил ему ожеву. Ремка стоит рунами, этого вполне хватает, оно резается с полностью всеми жизнями. 12-12 тоже прокачка. Королева Гарпий, на обзор на нее еще не делал, тоже прокачал чисто ради интереса. Вот такая вот Кенди, на нее сделаем отдельный обзорчик. Рунами ремочка стоит, тоже неплохой вариант для PvP локаций. Укротитель на архидемона прокачанный, такой же прокачанный тоже на архидемона. Пока жду, возможно, скоро в дальнейшем снимут ограничения, будет интересно посмотреть на бог войны против замедления. Так, Леди Лео 8-8, 12-12, один из топовых на сегодня героев, потому что у нее на 12 скилле появляются 2 зоны. Ну, тут рунами сейчас замедление стоит, стоит обычно ремка. Тоже офигенный очень герой стал после прокачки на 12-12. Хранитель с утеканием прокачал под лабиринт. Так в основном его еще не тестировал.
Для вас прокачал хранитель с стойкостью. Тоже будем тестировать его. Интересный вариант, но не то. И самый топовый это хранитель с огненной защитой. Пока на сегодня самый имбовый из хранителей, что есть. Еще был хранитель с коркой. Корку я убрал, потому что корка рунами есть. Так, Рино, 12-12 бастион. Неплохой дамагер, но, честно говоря, против огненной защиты, не знаю, как-то не очень он заходит. Рино с каменкой тоже начал активно использовать. Рунами на нем стоит корка. Четвертый, в принципе, хватает. Не хочу ковать пятые саты пока. Тоже очень офигенно смотрится. Также Рино с огненной защитой. На него вы обзор уже видели. Не один. Тоже очень универсальный герой. Ворожея. Вот первый ворожея у нас воодушевление. Использую его на дефе, на разных локациях для фарма. Очень хорошо заходит, потому что очень быстро восстанавливается. В принципе, неплохо. Так, дальше у нас ворожей с огненной защитой. Тоже мы тестировали его. Прокачал его для пака с ОЗ. В принципе, неплохо тоже смотрится. Он не блокируется ресиком. То, что надо. Дальше. Хранитель Каменка. Ну, на сегодня это самый топовый ворожай, который есть, потому что ему надо подольше жить. Именно с Каменкой плюс медалька. Очень хорошо себя показывает во всех локациях. Я больше всего его использую. Фрэнки. Каменная кожа 10-10. Другого таланта ему и не надо. Этого таланта хватает с головой. Выживает. Урона у него хватает. Но, честно говоря, герой максимум, где его использую, это иногда в забытую ставлю. Но в основном это используется в лабиринте против гоблинов. Так, дальше. Дальше Афина. Воодушевление для того, чтобы заряжать героев. На дефе, на битве гильдий, на фарм-локациях, таких как лава, тамадский саммит, очень хорошо показывает себя. На угольной армии заряжает героев. В принципе, больше ничего не надо, рунами тут всегда стоит живо, чтобы резнулось. Также PvP-шный вариант Афина, бог войны, для PvP-локаций, для лабиринта в основном. Тоже офигенный герой, урона немерено. Качать стоит Бигфут, огненная защита для пака с ОЗ собрал неплохой и такой же Бигфут был у нас с Богом войны, прокачал специально бастион, поменял вот на 8-8 для теста, тоже неплохо смотрится, более живучий стал, урона чуть-чуть конечно поменьше, но тоже достойный. Хочу еще с каменкой прокачать, потестировать. Заклинательница 12-12, 8-8 каменка. Самый топовый для нее талантик на сегодня. Хороший герой, но, честно говоря, там многие говорили, все это прототип Анубису. Далеко до Анубиса еще. Дух ее даже не дотягивает. Анубис намного круче, намного универсальный. Поэтому, как вариант, да, но далеко-далеко до Анубиса такой герой есть. Ну, дальше пошли новая имба. Ну, одна из новых это Фрея, Бастион 12-12. Ну, тут стоит рунами Бог войны, максимальная прокачка. Герой обалденный, использую везде. Против Фрей сложно воевать. Они появились сейчас в лабиринте у многих игроков. Реально очень сложно сливать паки с ними. Приходится ставить чарами совсем другие таланты, чтобы было попроще проходить. Но, в принципе, реально очень сложно пройти такого героя. Думаю, вы все уже видели, где ее используют, как на Архидемоне. Да во многих локациях она просто уже незаменима. Точно такая же есть под Архидемона, прокачана специально. Вторая, тоже ее прокачал. В принципе, неплохо смотрится. Дальше новая седна, на которую обзор вы тоже уже должны были видеть. С каменкой была, с бастом. Поменял на каменку. Тоже офигенно смотрится, протестировал.
и герой обалденный. Прототип дереву. Дальше Гаргул Бастион 8.8 стандартный, он уже у меня давно есть. Использую на архидемоне с отражалкой, там в некоторых локациях, но очень мало использую Гаргула после выхода ворожея. Такой же Гаргул с утеканием использую в лабиринте и на архидемоне иногда. Дальше Купидон Бог войны для подземок, для архидемона. Такой же Купидон 8.8.10.10 для архидемона. Дракон был ремочный, поменяли, прокачал с бастом, еще не тестировал. Минотавр стабильный стандартный набор, тут ничем не удивишь. Капитан Дрейк, бог войны, тоже докачал. И Капитан Дрейк, огненная защита, вот с огненкой мне даже больше нравится, чем все остальные. Очень интересный универсальный герой. У него понижение идет от входящего урона, плюс еще огненная защита, отражалка. Ну, если поставить там утекание рунами, достойный Дрейк. В пачке это вообще будет топовое. Ведьма замедление для боссов, архидемонов и прочего. Но сейчас Фрейя появилась, уже ее вытеснила. Такая же есть для PvP с бастионом. А рунами тут сейчас ничего не стоит. Надо будет руны. Под руны и все остальное будут отдельные видосики, чтобы удобно долго не затягивать. Так, Аресик был ремочный, бог войны 8.8. Тестировали, видели. Точно такого же прокачал с бастом для сравнения. Тоже очень интересный вариант. То есть два таких. Влад Дракула, нам поменяли его скилл. На 12-м был совсем другой, сейчас опять его поменяли. Ну, честно говоря, герой нигде не используется, так чисто прокачал ради интереса. Ну, пошли вольты с огненной защитой, с богом войны, с замедлением под архидемона и с разбросом прокачал. Был там у меня еще, по-моему, чем это был. Еще какой-то был там с коркой был, то я посливал много, с каменкой был. Оставил пока таких, я вольтов давно-давно уже не использую. Единственный вариант этот на архидемоне еще используется, а так не использую вообще нигде. Новая тыковка с утеканием, будем тестировать на архидемоне. Берсовую убрал, потому что прокачали с воодушевлением. Новую, в принципе, альтернатива Берсу. Берсу вообще теперь, походу, без нужды никому нету, только тыкве, если у вас нету воодушевления. Вот такая вот вторая тыковка. Неплохая, понравилась. Черепа, череп, смертельный удар, бастион, утекание и ожог. То есть 4 таких черепа. Был еще с коркой, корку убрал, опять же, потому что корка рунами есть. Так, малышник в единственном экземпляре 8.8, огненная защита, чисто под дефный вариант, под огненку качал. Тоже неплохой герой. На урон не хотел собирать, потому что как бы смысла особо нету. Вот такая артика была с замедлением, я ее слил, оставил только с утеканием для архидемона. Валентина была ремочная, оставила живу, прокачал на 8.8, рунами стоит ремочка. Тоже интересный вариант, 12.12. И такая же есть с огненной защитой, потому что не блокирует Арасик ее для отражалки. Так, Медуза 8.8, бог войны, была ремочная. Ремка рунами на ней стоит всегда для PvP локаций, лабиринт и всего остального. Такая же с замедлением есть под королевскую битву, под демонов. Тоже интересный вариант. Дед Мороз 8.8, бог войны 10.10. Он был и с ремкой, и с бастом был. Тоже поменял, прокачал чисто на урон. Душегуб. Разброс, стандартный набор 12.12. И такой же есть с ожогом. Тоже обзор на него вы уже видели. Тесса 1.8.8 смертельный под архидемона и 1 с богом войны для максимального урона. Возможно, прокачаю еще с ожогом. Потестируем. Сердцеедка, максимальный урон бог войны, и сердцеедка замедления тоже для архидемона и для демонов КБшки. Ну и Анубис, которого недавно прокачал, был с ракушкой, прокачал, поменял на ожог. Довольно интересный вариант. Очень сложно его убить. Очень хорошо стоит против нескольких героев благодаря ожогу, понижению. Точно такой же для подземок с богом войны,
8-8. И еще и с воодушевлением для фарма, для разных локаций, для дефа, для борьбы со спамом. Ну, стандартный Ронин ожог, Ронин баст и Ронин БВшка. Тут вместо баста была каменка, сменил, потому что каменка беспонтовый талантик. Прокачал бастион, будем тестировать, сравнивать. Вот такой призрачный всадник для лабиринта прокачанный с утеканием, для архидемона с отражением, точнее для гоблина с отражениями. Стрелки с каменкой, с огненкой и со стойкостью. Три таких варианта. Все использую в отдельных ситуациях. Тоже неплохие. 12-12 скилл. Так, ну одержимые вы уже видели. Один с каменкой, один с огненкой. Тоже 12-12. Довольно кайфовые герои. Смотрится тоже офигенно. Ну, пошли некросы. Первый огненка, второй воодушевление, каменка, бог войны и бастионова прокачал вместо ожога. Так, ну, этот используется для дефа, для PvP локаций. Такой используется тоже везде с воодушевлением для быстрого заряда. Так, с каменкой использую больше всего на сегодняшний момент, потому что он больше всего выживает. С БВшкой не использую практически, потому что очень убивается легко об отражалку, урона очень много на 12-12. Ну и баст прокачал тоже для теста, тоже неплохо смотрится. Ну, в принципе, все. По героям мы так вкратце прошлись. Некоторых я героев, опять же, посливаю, буду прокачивать новых. Для теста талантики тоже буду менять. В принципе, сделал вам обзор на самый топовый аккаунт на серваке, возможно, и среди многих серваков, но так как у нас дают, все зависит от того, что дают IDG в акциях, ну, пока-пока самый топовый у нас. Потратил 2 года на прокачку всего, кучу самиков, кучу кулачков, многих героев прокачивал, сливал со вторыми эволюциями, но уже наконец-то докачал всех на 8-8. В принципе, пока у нас осталось только просветы прокачивать, чтобы полностью уже был прокачанный аккаунт и ждать новых каких-то нововведений, локаций, героев. Все, пишите комменты, как вам такой алтарь, как вам герои, кого вы хотите, чтобы я прокачал, потестировал, потому что у меня уже больше качать некого, я уже чисто буду тестировать разные сборки героев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репост, делайте репост этого видео, чтобы больше народа смотрело и знали, кого как качать. И правильно качали героев, потому что многие смотрят некоторых ютуберов, которые, скажем так, очень хорошо трешуют на чужих аккаунтах, не зная, что герою подойдет, меняют, а потом человек просто забрасывает игру. Все. Ждите новых видосов с обзором моего аккаунта. Всем пока.